начали приходить посылки эхо 11.11. Вот это телефон Redmi 9A, вот, 464 за 5000 рублей. Он стоил 8 с копейками. Вот, стоил 8 с копейками. И тогда в конце были шикарные промокоды. 3000 от 5. 3000 от 5. И получился телефон за 5000 рублей. Вот, заказывал для тещи. В чем особенно? Вот он пришел распакованный, потому что это китайская версия. Вот китайская версия, еще он переходник положил. То есть это китайская версия, она прошита. Почему заказал китайскую версию? Потому что 464 память. 464. Если глобальную версию 3-mile или глобально заказывать, то есть на наш рынок, как глобально, да, получается наш, только 2.32 идет. Вот 2.32. А 2.32 уже, вот, еще как-то уже маловато для нынешнего времени. Вот, и поэтому 4.64 вот так вот выглядит. Цвет это получается темный. Ну, выглядит классно, гляньте, посмотрите. Вот. Попробуем запустить пленочка. Так, в комплекте скрепка, зарядная кит. Так, где-то что-нибудь. Пять вольт, 2 ампера. Обыкновенный зарядничек. Вот китайский, с китайской вилкой. Сейчас. И кабель. Переходничок. Вот, переходничок хорошо залазит. И вот так вот MIUI 12. Вот, за 5000 шикарный телефон получается. Но он и за 8, как бы. И за 8. Я думаю, будет нормально. Так, русский. Сейчас его настрою и посмотрим, как он будет, ну, работать в скорости. Так, ну, так по-быстрому настроил, как бы. Вот, такой телефон, как бы, скорость нормальная. Получается, вот 64, занято 15, там где 45, ну как всегда, обновление сразу. Вот. Ну как бы бюджетный телефон, но все равно экран вполне себе, ну все знают все про него, просто как бы показываю, что можно за эти же деньги 464 купить, там как обычно, если китайская версия, там какие-то бенды на связь, там у них может один или два бенда, они, ну, не ловить, как бы 4G, по-моему, если я не ошибаюсь сильно, как бы. Вот, ну, у моих знакомых, кто покупал такие версии, они даже этого не знали, им потом когда рассказывал, они как бы не испытывали проблем там с интернетом, все как бы нормально. То есть за эти деньги можно, а когда если попасть под такие, ну, купоны, промокоды, то вообще можно отлично, как бы, для вот там родителей, если кто-то, вообще ну, нормальный вариант. Так, также сразу заказал чехол. Давайте посмотрим. Вот чехол. Тоже там недорого, 100 рублей стоил чехол, там их много продано.
приходят быстро, но это получилось, что в одной посылке все. Вот он так выглядит. Просто резиновый. Вот он как, чуть так кривоватый. Просто резина, тут по краям чуть грубее. Он такой как бы. Ну, если заказывал дешевый тот же на Redmi Note 10, тут как бы чуть получше был. Этот такой самый простой. Ну, так вот смотрится. Так видно. А, вот видно. Он чуть заусенец. Такой самый простенький. Вот он такой. Прям литье. И 100 рублей стоит, но можно, конечно, можно и получше найти. Ну, ссылку оставлю, как бы так, в принципе, пойдет. Ну, и есть и получше. Вот, также стекла тоже заказал. Недорогие. Сейчас давайте сразу посмотрим. Все, куча шло. Тут три стекла. Так, три стекла. Три пары салфеток получается, три пары клея. Вот. Давайте посмотрим, как оно подходит. То обычно, когда заказываешь, оно бывает такое, что меньше. Так, ну как показать? Меньше, вот если посмотреть, вот смотрите, тут край, вот если вот так вот примерно как должно быть, вот верхняя, посмотрите, вот насколько. Вот так вот. Уже, наверное, 2-3 миллиметра меньше. Мне так не нравится такие стекла. Я обычно люблю, чтобы побольше были. Но вроде писали, что подходит. На 9А заказывал. Да, маленькие. Маленькие. Я, конечно, их наклею пока на первое время. Ну вот видите, вот так вот. И ссылку оставлю, но я бы не заказывал больше их. Нет, мне так, вот посмотрите, 3 миллиметра, около 3 миллиметров. Я такой побольше люблю. Ну уже есть поверхность. В общем, такой телефон можно купить с большей памятью. И на дольше хватит. Вот, а еще вот он летает, ну, работает нормально. Если там понастроить, еще подключать все не нужно, там он вообще будет быстро. Такси телефон настроим. Ссылку на магазин оставлю, там хороший магазин. Это у меня уже третий телефон. Ну, что вот так вот заметил, вот бюджетный, да, экранчик, все. И разрешение тут 700, ну, сколько там, 756, не 1024. Вот. А сам вот визуально он даже чуть получше, чем, например, вот у меня старый Redmi Note 5. Там уж просел экран, не знаю. Но время прошло уже 3 года. И этот даже бюджетный он экран получше даже. Вот, ну, как смотреть в него. Ярче все. Вот, так что такой телефон.